Сегодня у нас проходит традиционный областной турнир. Мы его проводим ежегодно. Областной турнир проходит по дисциплинам ушу саньда и ушу таулу. И также проходят фестивальные формы для ребят младшего возраста. Это ушу туйшоу выталкивание, шуайдзяо борьба и фестивальная форма таулу. В этом году участники приехали из города Челябинска, города Чебаркуля и, соответственно, из Миаса. Участников у нас по всем видам 180 человек. Также наши ребята готовятся к дальнейшим стартам высокого уровня, всероссийские соревнования, международные турниры.